Предприниматели постарались. 500 пушистых красавиц прибыли из Ульяновской области на восточный рынок города-курорта. А сосны на ярмарке рядом с автовокзалом привезены с Урала, с Екатеринбурга. Свежие только что с мороза и стоять будут долго. Елки очень красивые, сорт необычный. Не желтеют, иголочка тоненькая. Так что приходите, Новый год. Покупайте елочки, будем делать скидки. Елочные базарчики развернулись не только на всех рынках города-курорта, но и в удобных для потенциальных покупателей местах. На улице Астраханской на территории мойки не скучно ждать свой автомобиль. Муниципальная межведомственная комиссия определила 16 мест продажи хвойных деревьев, но открылись и другие мелкие базарчики. Так что сосну или елочку можно выбрать по вкусу. Как здорово, что по всей Анапе открыли такие зеленые базары, так как у нас нет снега. Сразу поднимается настроение. И поэтому я всех поздравляю с Новым годом. Желаю всем мира, счастья и добра. Северные сосны и елочки приехали в гости к южным красавицам-пальмам, так что настроение у анапчан и гостей курорта становится праздничным. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа-регион.